11 января в России отмечается День заповедников. И сегодня мы поговорим с вами о Байкальском заповеднике. Вокруг самого глубокого на нашей планете озера Байкал раскинулся сказочно красивый Байкальский заповедник. Основная часть охраняемой территории находится на южном побережье озера, в центральной части хребта Хамор-Дабан. Вокруг растут хвойные и лиственные леса, являющиеся домом для многих животных и растений, занесенных в Красную книгу. Заповедник открыт для посетителей. Здесь проложены туристические маршруты, и каждый может увидеть удивительные пейзажи. В реках заповедника водится много рыбы. Черный хариус, замечательная рыба ленок и одна из самых крупных – таймень, длиною почти 1,5 метра. В заповеднике можно встретить редких хищников – белохвостый орлан, росомаха, ну и, конечно же, большое количество медведей, которые приходят полакомиться рыбой на берега рек. В озере Байкал обитает один из трех видов пресноводных тюленей – нерпа, а они могут жить только в самой чистой воде. А в Байкале очень чистая вода. Байкальский заповедник прекрасен в любое время года. Ну а зимой, когда Байкал покрывается толстым слоем льда, он становится похож на сказочное ледяное королевство. Чтобы сохранить всю удивительную красоту и богатство этого места, и был создан Байкальский заповедник. До свидания, ребята!